it all undone. So it didn't have to hurt this bad. And don't say goodbye, and don't do this down. Don't go, don't go, don't go, whoa, whoa. You should know why I'm at them at night. My love, my love, my love, whoa, whoa. Где эта штука? Все, а сейчас собираемся в детский сад. Вот это снимаем. Так. Нет, надо кормить. Кормить, ага. И вот это. А вот это вот что? Для красоты, да? Сегодня именинник был в детском саду. Сейчас иду его забирать, и дома будем забирать ферму. Расскажи, что сегодня было в детском саду? Как тебя поздравляли? Ну, нормально. У меня новый подарок. Да? А ты покажешь мне дома его? Да? А что, вы хоровод водили? Да. А как это происходит? Коровай, коровай, кого хочешь, любил. Ну, вот такой же. Там так, ты знаешь. Коровай, коровай, кого хочешь, любил. А коровай, как правильно говорю? Коровай, коровай. Мит, мы к логопеду ходим. Коровай, как правильно? Вспоминай, Най. Жучков. Най. Каравай. Каравай. Как надо «р» сказать? Каравай. Вот, каравай. Каравай. Надо ротик открывать, когда «р» говоришь. Замучила мама, да? Вопрос. Мама, мне очень интересно замовью ферму и посетить их туда. Муравьиную ферму? Муравьиную. В магазин зайдем? Да. Отлично. Добрый вечер. Здравствуйте. Только что были в магазине и купили для пиньяты маленькие конфетки и такие шарики, сейчас покажу. И видите, что он пьет? Я такие вещи вообще не разрешаю пить. И тут говорит, ну у меня день рождения, ну я так хочу. И я говорю, ладно, сейчас ему открыла, выпила сама и пью, вспоминая вкус детства. Помните у нас, когда они только появились, Фанта, Пепси, я помню, Пепси, не Кола, именно Пепси. И вот Фанта, и вот этот вот вкус, и я пью, и Дёма такой на меня смотрит, типа, я говорю, проверка связи. Так, а где пакетик? Давайте я приеду домой, вам покажу. В пиньяту обычно, то есть я купила, я в предыдущем влоге показывала. Пьете всегда. Я купила, получается, такие, как, ну, конфетти. Но в заведении, где мы будем праздновать, там конфетти запрещено и штраф 1000 гривен. Думаю, вот блин. Поэтому там будут конфеты. Так бы были конфеты, конфетти, а теперь будут конфеты без конфетти и маленькие такие подарочки для деток. Ну, просто, чтобы не только конфеты, чтобы каждому по подарочку. И там будут такие маленькие, как... Сейчас все покажу. Ой, оставайтесь, да. Конфетами, а я хотела показать эти маленькие сюрпризики для деток, помимо конфет. Класс. Очень серьезно подходим к подсадке муравьев в ферму. Да, Дём? Да. Ну, вот так вот аккуратненько. И клади эту штуку туда. Вот так вот. И влезай. Вот. Когда они оттуда полностью вылезут, все, у них сейчас... Сейчас, подожди, надо ровно положить. У них сейчас стресс, они не понимают, что и как, поэтому эту колбочку надо оставить до тех пор, пока они полностью не вылезут и не заселятся. Я подожду. Конечно. А сейчас ход закрыт, и они как бы... Ну, мне кажется, им мало места, нет? Ну, их там, как видишь, не очень-то и много. Ну, у них яиц очень много. Куда им их складывать? Будут куда-то складывать. Мне кажется, надо и вот эту открыть. Их там мало. Нет, мне кажется, пока еще рано. Чтобы они мусор не носили? Ну да, пусть пока пару дней, некоторое время. Клёпа. Клёпа. Иди отсюда. Клёпа. Клёпонька. Ну, я не думаю, что она муравьёв будет есть, но на всякий случай. Ну, она пришла тут к нам.
Лёпа, даже не смей. Хорошие. Моя зайка. Вот такой у нас тихий день рождения, да? У нас был день рождения уже не тихо. Да? Через пять. А через сколько дней будет день рождения? Через пять. Открывай хорошо рот. Через пять. Когда будет день рождения? День рождения. Да. Смотри, считаем. Четверг, пятница, суббота и воскресенье. Осталось три дня. Три дня! Да. Какого цвета песок засыпем, когда льда не разживутся? Мы можем песок даже смешать. У нас есть белый, давай. Зеленый и желтый. Давай. И вот они тут. Пока еще где не выползли. Но они боятся. Да они не понимают вообще, что происходит. Да, и плюс мы поставим в темноту, потому что муравушки любят темноту. Вот. И особо трясти нельзя. Чтобы не было лишний раз стресса. Да? Угу. Вон они ползают. Сейчас скоро пойдут на обзор. Ну смотри, один, кажется, ползет. Да. Семена уже переносят. Буквально прошло сколько? Минут пять. Да, и сразу вон, они уже начали. Надо было подпилить под стенку голову. И матка вылезла вон она. Такая большая. Мне кажется, им мало места будет вот тут вот. Давай откроем. Не-не-не, смотри, как их мало. Пусть, ну, я бы не сказала. Их только с десяток можно. Нет, ну, с два или с три десятка. Нет, максимум два десятка. И то не помню. Ребят, советую. Реально очень крутая штука. Я сама залипла, и дети залипли, и мы просто смотрим, как муравьи ползают. Это очень крутая штука. Так что подарок для ребенка на день рождения. Мне кажется, будет очень-очень. Да. Я открыла ее проход. Открыла, да? Чтобы места было больше. Надеюсь, они не будут засорять. Она сверху закрыла, а сверху... Сверху. А снизу закрыла. Угу, еще один исследователь. Играет с Зинкиными машинками часто. Матка обратно заползла в клуб. Мама, я тебя еще люблю. Еще? А почему еще? Да не, я сейчас тебя люблю. Ну, смотри, мама делала прическу. Смотри, что ты делаешь. Мама, я тебя люблю. Такое ощущение, что это у них с детства. Мама, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю сильно-сильно. Мы уже почти на празднование Демкина дня рождения. Приехали чуть раньше. Да, и ждем наших гостей. Вот. Демка она приглашала друзей. Ну, я вам все снимала, все показывала. В предыдущем влоге было очень смешно, как Демид. То есть мы писали пригласительные, поэтому это было очень занимательно. Так что ставьте с нами, покажем, что и как. Боже, ну у меня же была прическа, Дема. Я люблю. Я тебя люблю. Волосы, мне больно на это смотреть. Мы находимся в Манессе. Телевизор, правильно говорить. И сейчас чуть-чуть надо подождать, потому что приехали раньше. И здесь будем вот ждать гостей и подниматься на второй этаж. Там детская комната. Она довольно большая. Там и будет анимация, а потом в большом зале их будут кормить. Не снимай меня! Ты была в них? Да. Спасибо. Ну, пожелай, что ты хотел пожелать? Давай. Ух ты! Как это связали? Обычно. Ну привет! Витай, Марко! Давай, гарное слово скажи. Марко, за что витаешь? Уже помидался. О, я смотрю, да! Еще одна колодка! Надо сейчас. Вот это мне. Уэп! 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 Уэп!
Или уже все? Обнимашки! Это потому что... Так, все? Мама, нянечка, нянечка. Моя прекрасная няня. А представь, если бы их было 67. Я бы чокнула. Своих. В смысле? Ну, я про ту семью, в которой 67 детей. Я не из тех, кто готов родить 67 детей. Все, давай, вот так, смотри, ты вот так вот нажимаешь. Давай. И моешь. Давай. Тебя подвинуть еще? Нет, там? А я вторая. Ну, а там уже кто за кем, сами решите. Не запомни, мне это. А вы его не задуете сейчас. Не готовься. Торт полный. Я в Инстаграм ответила. Конечно, взять. Это веганский тест. Потому что есть детки, которые не переносят ни лактозу, ни вообще какую-либо химию.
Ну что, вот такое получилось день рождения. Ребенок доволен, это главное. Я такие видео делаю еще для того, чтобы со временем Демид смог посмотреть и улыбнуться, ну, когда вырастет. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы, если они есть. И внизу я оставлю ссылочки на аниматоров, тортик, на заведение, там Анес, за Киевом находится. И, в принципе, вроде бы все.